Самый добрый вечер на КХЛ ТВ. Противостояние Спартака и СКА. Шестой матч серии. СКА ведет 3-2. У микрофонов Кирилл Корнилов и Дмитрий Федоров. Сегодня в этой атаке Спартака нужна поддержка, причем немедленно, потому что два нападающих не способны ничего сочинить против четверки обороняющихся. Бросок! Ворота, казалось бы, пустые, но сумел переместиться огромный Гельбер и досадует Федоров, что не смог реализовать этот момент. Наверное, столько же, сколько в 24 матчах регулярки. Вернулся Спартак, и вот так себя проявляет в решающих матчах. Барабанов резко развернулся, отличная передача Прокопкина, подбросил Прокопкин, добивает спасение Гугачека. Это роскошные сейвы. И быстро смог эту шайбу обуздать. Пальцем. Идет вперед. Удача подкидочкой Гудочек. Классный пас сделал. И вот это приводит к сумасшедшей атаке. Котлеровский мог открыть счет в матче. Вот что значит. Вратарь оставил шайбу в игре. Злобин. Заметил Дубленко. Сделал один пас. Дубленко выдернулся. И тут СКА подхватил шайбу. Гудочек останавливает армеец. Очень спокойное движение у Гудочека сегодня вечером. У Якупова сошел. Стережет свои ворота. Рядом с Гудочеком находится 57-й номер красно-белых. Вот сейчас Гончаров устремляется по Скиранте. Скиранте подобрал по здоровью шайбу. Вот на синей линии. И оттуда бросает руку. Вот, кстати, подключение Гончарова могло бы... Зуб. Зуб за воротами Спартака, а Зубов в этой дуэли не принимает участие. Гуся реализует момент за 4 минуты 19 секунд до сирены. Впервые в этом матче Спартак прозевал свой бросок. Все не опасно. Ященко бросает. И Шаря прижимает Гейбер в полном составе СКА. Вот и первый очень серьезный выпуск эмоций. Игроки потолкались. А Федоров дальше попал. Он держится за руку. По видимому повреждению 97-го номера. Выдернулись от блокников. И Дацук подхватил шайбу в самый нужный момент. Выход 2 в 1. Дацук делает передачу. Бросок Плотникова. 2-0. За 2 минуты 25 секунд до сирены. Если Спартак сегодня проиграет, то трибуны там будут благодарить команду за очень хороший сезон. Ну а гостевой сектор будет благодарить команду за спасение. Ведь СКА горел в серии 0-2.